22 апреля, площадь Ленина, города Новосибирска. Возложение цветов продолжается сегодня к памятнику Ленину. Вот у нас памятник Ленину. Сергей Крупенко, лидер движения «Красный поворот». Товарищи, ну давайте мы скажем. Ура, 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 товарищи, ура! Внимание, Елена Ивановна, на вас уже смотрят товарищи. Народ. Так, давайте встанем так вот. Вот так вот встанем. Так вот, а нас, потому что вот это сегодня в РФ возлагали, скорее всего, в основном это они. Так, уважаемые товарищи, значит, ну пару слов буквально. 22 апреля 1870 года родился замечательный человек Владимир Ильич Ленин, с именем которого связано замечательные события, создание большевистской партии, с помощью которой рабочий класс и союзное с ним крестьянство России пришло к социалистической революции, первому в мире государству рабочих и крестьян. Сегодня ситуация плохая. Контрреволюция победила временно, как обычно говорят коммунисты-большевики. И сегодня 13 Ленин – это не просто икона. Это наш символ. Да. Сегодня 13 Ленин – это опора, в которой мы черпаем, в трудах которого мы черпаем убежденность в победе социалистической революции. И я хотел процитировать сегодня не Ленина, а хотел процитировать Владимира Маяковского, который в своей поэме «Владимир Ильич Ленин» под заголовок Российской коммунистической партии посвящается. После его смерти есть такие строки. Время снова ленинские лозунги развихит. Нам ли разливаться слезной лужею? Ленин и сегодня живее всех живых. Наше знание, сила и оружие. С днем рождения, дорогой товарищ! Да будет так! Да будет так! Я еще пару слов скажу. Давайте. Свободная Россия! Я, как свободный гражданин нашей Родины, пришел по зову своего сердца со своими товарищами в этот великий праздник для нас. И слова, те, которые мы, начиная со школы, у нас было на доске написано на первом уроке: «Ленин жил, Ленин жив и Ленин будет жить». Я этого придерживаюсь. Это будет всегда. И победа будет за нами. Благодарю. Так, ну что, товарищи, поставим цветочки наши, да? Возьмите. Силовики, это специальная военная операция. Там специальные силовики для этого. Самые обученные, да. Так, товарищи, снимок сделаем на память. Небо голубое, Ленин жив, Ленин жив, Ленин будет жив. Так, Ленин не войдет тогда, Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, давайте. Олег, подальше отойди, чтобы Ленин вошел. Все войдет. Входит Владимир Ильич? Понятно. Спасибо. Победа за нами. Однозначно.